с 3 октября по 24 будет проходить, ну, можно сказать, субботничные недели. Плюс дополнительно неделя берется на вывоз с муниципальной территории, с территории города. Это нашему МБУ, самому подведомственному учреждению. Талоны, как это традиционно, берутся у нас в спецавтохозяйстве. То есть, если вы убираете территорию, складируете, берете талоны, то есть это частным лицам, и вывозите, ну, на свалку, на наш полигон ТБО, то есть по талонам можете вывозить, то есть это жителям. Что касается организации, естественно, они также берут талоны с прилегающей территории, вывозят мусор, твердые бытовые отходы, вот именно которые у нас растительные, вывозят также по талонам. Хотелось бы сказать и обратиться, наверное, к горожанам, чтобы все более активно принимали участие, потому что, ну, наверное, только совместно мы сможем город сделать более чистым и приготовить его к зиме, чтобы весну у нас было поменьше мусора, и чтобы мы не встретили весну, летний период, наступление летнего периода в более чистом городе.